Он забыл? Отпустил? Или еще любит? Ясновидение Вивиена. Я смотрю по потоку, ясновидение и специалист по чисткам. А сейчас у нас ясновидение. А еще есть и расклады, и большие. А ясновидение. Загадывайте человека, кто хотите, мужчина и женщина, мы посмотрим. Он забыл, отпустил или еще помнит. Здесь человек помнит. Помнит, почему он помнит и как он помнит. Так, сейчас я вот так возьму. Как человек помнит. Человек, знаете, сам изгрыз себя. Он себя изгрыз, как крыса. Человек помнит, да, у человека есть еще страсть. Человек не забыл. Почему тогда он молчит? Почему человек, то есть, он считает, что чисто по-деловому это правильно. Не надо то, что разрушилось. Если чашка разломилась, то как бы ее ни склеивал, она все равно будет в шрамах. Но точно так же человек считает, что бы ни делал, то отношения будут в шрамах. Почему он так считает? Ну, потому что он говорит, да, то есть все плоды собрали, урожай собрали, все скосили, все. Отпустил ли он вас в мыслях? Нет, не отпустил. А перед сном он мечтает о вас. Иногда, с кем бывает он с другими, то представляет, что это вы. Мужчины, вы точно так же интерпретируете. Тут такое, почему он так делает? Ну, потому что он в какой-то, знаете, иногда человек может даже этот или напиваться, или еще что-то в каком-то бессознательном состоянии. И вот, говорю, перед сном, когда бессозналка какая-то. Для чего, почему он это так? Ну, если это мужчина, то мужчина очень такой, вот он думает о себе и о своем благополучии. И вот это вот все опять выравнивать, разравнивать ему не хочется. Если смотрите мужчины, то вы тоже думаете о себе, понимаете, о себе думаете. Может быть, это и правильно, на самом деле это и есть правильно. И любит ли этот человек вас? Я сказала, да, любит, только по-своему. У каждого любовь – понятие по-своему. Как кого учили когда-то в семье. Да, человек любит уют, дом, семью. И вот такая любовь. Ему надо, чтобы было все стабильно, как стул, который стоит на четырех ножках и не может упасть. Принимаю, приобретаю. Радости и счастья желаю. Все мои контакты в шапке профиля. В Телеграм я провожу общие обряды, которые помогают вашей жизни. И даю очень много методик. Кому надо лично, пишите или по ссылке, или в директ ТикТок. А все мои контакты есть в описании по ссылке. Да будет так.